Да, мы сегодня проходили мимо одной машины, просто увидели такую штуку, вот ее видно там, большая, это Укосина называется. И мы немножко про нее расскажем. Я вспомнил, что это клиент, значит, хотел изначально грузопассажирский автомобиль купить с манипулятором, потом у него совсем денег не хватило, и он попросил сделать что-нибудь подешевле. И, собственно, вот ему такой вариант предложили. Это механический кран Укосина. Значит, ну вот сделали настолько ему дешевую машину, что тут даже нет ступеньки. Вот. То есть я сейчас полезу. Если я упаду, ты потом вырежи, ладно? Ну, надеюсь, не упаду, но если вдруг упаду, ты вырезай потом. О, смотри, тут зато что сделали. Зато ручка есть, да, зато есть ручка. Так. А ты знаешь, вообще надо было с той стороны залазить. Вот здесь подножка-то с этой стороны. Значит, вот у нас кран Укосина. Сейчас я продемонстрирую. Он сейчас закреплен в транспортном положении. Значит, то есть смысл какой? Надо какой-то груз достать. Здесь на конце должна крепиться лебедка. Механическая, опять же. Вместо того, чтобы покупать гидравлический манипулятор там стоимостью, ну, на сегодня уже, наверное, от 500 000 и выше. Да, самый дешевый, М20 уже, по-моему, за 500 тысяч перевалил. То есть вот как вариант можно, значит, заказать машину с Укосиной. Какой-то груз, в принципе, двигатель с коробкой он поднимет. Затащили, разгрузили. Вообще, конечно, задача стоит в идеале поднимать до 1 тонны. Вот если он до 1 тонны поднимает, собственно, это вообще хорошая замена легким манипулятором. Но я думаю, поднимет. Ну, вернее, тут вопрос не совсем, вернее, слово поднимать не совсем корректно. Металлоконструкция должна выдержать. А поднимать можно механической какой-то талью, либо лебедкой. Они бывают разной грузоподъемности. Наверное, и все. Так, мне сейчас надо не убиться. Вообще с этой стороны ножка, вот она, покажи ее. Вот она, подножка была, я не с той стороны полез. То есть она вот так вот. Вот она. Надо было через заднюю залазить. Ну ладно, уж открыл этот борт. Спущусь здесь. Обошлось без жертв. Ни один менеджер отдела продаж не пострадал. Да. В принципе, решение хорошее. Звоните нам в отдел продаж, да, заказывайте технику. Очень много мы в этом году, ну, подготовились, как бы. Очень много у нас есть по наличию полуприцепов, полуприцепов цистерн, ну и вообще техники, вот, собственно, вон там вот склад наш. Ну и на сайте все можно увидеть. Очень много всего. До свидания.